Тема Украины, тема присоединения Крыма к России очень болезненная и очень такая животрепещущая. Ее обсуждать можно до бесконечности. И знаете, вот во всех мнениях, которые существуют, наверное, можно найти какое-то зерно истины. Но мне кажется, что первоочередно нужно говорить не о том, что выиграла Россия или что потеряла Украина. Нужно понимать о том, что происходит с людьми, находящимися в Крыму, и как будет протекать их жизнь в дальнейшем. Это, наверное, самое главное, это самый главный приоритет, который должен быть у людей, которые анализируют ситуацию происходящую. Я слышу отголоски от друзей, которые живут в Крыму, о том, что да, где-то поднялись цены, сложно получать стало пенсию пенсионерам, лекарства стоят дороже. Но, тем не менее, есть консолидированное ощущение того, что это лучше для граждан. И мне кажется, что нужно просто надеяться, что действительно просто людям станет жить лучше.